Итак, господа, сейчас будет выбор припева на трек от Sioux City. Мы вам сейчас демонстрируем трек. Потом великолепная актриса Софи Соуфар зачитывает, сколько вариаций припева на него? Два. Так, сейчас, только мне надо найти, где... По-моему, ВКонтакте все-таки. Я тебе сейчас перешлю. Если что, не жалуйтесь, то, что звук будет с колонки лететь в микрофон. Это не потому, что мы ленивые там и все такое. Это для того, чтобы вы не спиздили раньше трек. Вот. И там, да, там нормально будет. Сейчас будет топ хитяра, но я вам рассказывал про этот трек, про Sioux City. Если что, я вам расскажу план. Первый куплет будет про четвертый сезон. Потом типа такие будут звуки. Типа меняются реальности. Припев и второй куплет про пятый сезон будет. Вот, но только нам надо поставить. Сейчас когда-то будет. Ну, нормально. Да, нормально. Ебой! Итак, господа, у меня есть записанный первый куплет. Второе нету, но чуть-чуть есть, но нету. И есть два варианта припева. Готово там? Сейчас. Я надеюсь, это то. Соцсети, город, грехаю, не ходите больше сюда. О, сука, выстрел тебе пизда. Арбалеты и кристаллы сделал пипа. Бум, концы хайпергруппы, красивый портал. Бум, лучше ты подумал, не туда ты попал. Друг, учи, слюк, слюк, подлюк. В центре круг, суд, варю. У мэрии ждет безумный фанат. У мэрии курс на бездомный дитат. Песня пишет под копирку, хвалебный титан. Где начать, все ворчат, просят откат. У побережья банда, я в клуб, скалишь зуб. Хочет ютуб, не давая денег, не давая услуг. Море ругани, поре в одуре, товаром ревью. Пара закиданный глаз на тротуаре блюют. И тут где-то ты должна что-то сделать. Чуть-чуть отматываем назад или как? Среди продажной стати и кровожадных пальцев. Надо кидать бит. Ну ладно, вы поняли, дай бит тогда. Тут обрезанная часть именно со мной тогда. Вот. Там, короче, идет залагивание, чтоб вы поняли, да, такие типа. Меняются реальности, как в трейлере SP5 и припев. Сейчас, где он? Там ты мне скинешь как-то куда-то? Сейчас. Ебой. Давай. Ну тогда ты подловишь, когда надо. Погромче, потише, потом еще мне скажи. А, тут то же самое? Да, то же самое. Я не слышала ее даже. А где тогда брать? Подожди. Поберешь ебаны? Я тут, скалишь зуб, тут. Ты друг, и каждый глуп. Кто-то хочет в ютуб, не давая денег, не давая услуг. Нашла? Да, вот. Не, чуть-чуть еще мотни вперед. Чище. Да, все. Давай, кидай тогда. О, пошло, видимо. Среди продажной знати и кровожадных пати ты спросишь, кто создатель, когда придет спаситель. И, кстати, пора знать им, кто против, тот заплатит. Город моего платит, так что отсосите. Нихуя. Я босс. Это первый вариант? Это первый вариант. Так, второй вариант. Да. То же самое, я запускаю заново. Теперь город призрак, принимай новый вызов. Ты для этого избран. Отсосите, отыщи свою землю. Среди сотен вселенных ты вернешься, я верю. Отсосите. Вот тут мне нравится, тут больше как будто оргазма какого-то. Как это сказать? Вот этот? Еще раз сделай. Я махну рукой вот в тот момент, когда мне прям... вкатывает сейчас. А как поставить опять, блядь? Давай другую включу и это опять. Я просто не шарю. Море ругать. И я помашу, когда...
теперь город-призрак. Принимай новый вызов, ты для этого избран. Отсосите, отыщи свою землю среди сотен вселенных. Ты вернешься, я верю. Отсосите, отсосите. И еще первый вариант, еще раз можно, пожалуйста? Yeah. Первый. По центре вам придется выбирать. Среди продажной знати и кровожадных пати ты спросишь, кто создатель, когда придет спаситель. И, кстати, пора знать им, кто против, тот заплатит. Город моего бати, так что отсосите. А ты можешь сюда больше какого-то вот из второго больше эмоций взять и перенести в первое? Что-то возможно так сделать? Я не разбираюсь, как работает профессиональный голос. Я опрос все равно не увижу, кстати. Среди продажной знати и кровожадных пати ты спросишь, кто создатель, когда придет спаситель. И, кстати, пора знать им, кто против, тот заплатит. Город моего бати от соседей. Да, прикольно. Господа, это был первый вариант, да. И второй вариант до этого слушали. Ну, неважно. Блять, ну только по чату. Сейчас, подождите. Модеры, вы можете сделать голосование, но я сейчас должен додуматься сначала, как это голосование увидеть, блять. Сек. Ну, я не знаю, у меня вот так вот чат открыт летит. Я не знаю, будет ли тут... Блять. Не, нихуя я не увижу. Голосование! Так, а... Уй, блять! Смотри, а чё это? Это не румянится. HLS нарезок. Не, ну, кстати, мне такая паста прикалывает, это, ну, должно мотивировать людей заходить сюда. Так. Первое место первое, второе выиграло. Какое нахуй второе, блядь? Ладно, неважно. Алло, первое место 70%, второе 30%. Ай, блядь, первый вариант. Только теперь бы знать, какой, что они считают первым. Первый, первый, да. Что второй? Давайте, может... Давайте переслушаем, дадим им название. Нам надо им дать название, блядь. Да, я почитаю по тексту, и я придумаю им название. Тебя придется заставить еще раз спеть. Две версии припева. Значит, создайте голосование, модеры, создайте голосование, но пока не запускайте его. Значит, по первым строчкам будем. Первый вариант будет называться «Среди продажной знати», вот, а второй вариант будет «Теперь город-призрак» называться. Понял? Все нормально? Анастасия, модераторша, ебани там, чтобы нормально было. Так, тогда я еще раз включаю. Нормально исполнишь опять? Да, конечно. Заставляем. Работаем. Первый вариант «Среди продажной знати» сейчас будет. И продажной знати и кровожадных пати ты спросишь, кто создатель, когда придет спаситель. И, кстати, пора знать им, кто против, тот заплатит. Город моего бати отсосите, отсосите. Так, это первый вариант, который назывался «Среди продажной знати». Теперь второй вариант называется «Теперь город-призрак». Теперь город-призрак, принимай новый вызов. Ты для этого избран. Отсосите, отыщи свою землю среди сотен вселенных. Ты вернешься, я верю. Отсосите, отсосите. Так, и теперь запускайте голосование. Это второй вариант был «Теперь город-призрак». И создайте голосование, и результаты, скриншоты мне, пожалуйста, в конфу модераторов. Можно, пожалуйста, оформить, чтобы было нормально. Сейчас, подождите, спину сломаю себе. Сейчас я... Ой, блядь. Все, нормально. Сколько я тебе должен дать денег, чтобы я научился что-то петь?
Это долго, это не деньги, это просто долго будет. А я не хочу долго, я хочу за 5 минут. Как сделать за 5 минут? Никак. Охуенно, я с 5 лет этому учусь. А еще у меня вопрос. Вот это когда мы записывали пекарню, меня там развели где-то на... Да, на Пете где-то развели. Так, и объясни, я крутой или лох, или, ну, что, почему? Нет, крутой, это было неожиданно, во-первых, а во-вторых, ну, у тебя приятный тембр. И голос есть, просто уши. Здесь больше проблема по ушам, чтобы. Нихуя ты охуевшая, блядь. Я хотел, ну, пиздец. Ну, поподробнее. Здесь надо заниматься ушами, налаживать гармонический слух, чтобы ты в ноты попадал. Так, ну, а получилось норм или хуета? Получилось. Подожди, где этот момент? Мы же ставили, это конец, по-моему, твоего куплета. Да, сейчас я его поставлю. Ну, о каком моменте? Я просто хотел, чтобы ты меня хвалила, и тут ты, блядь, потом такая... Ну, послушай, конечно, блядь. Нет, так я хвалю. Я тебе веду, чтобы целый трек прям петь. А, не, ну это такое... Сейчас, где-то... Сейчас прогрузит, ну, там... Язык мой огибает стопный теплый кренделёк. Улыбка Мона Лизы. Еще. Рисовал да Винчи. Заправленный кремчизом свернутый твой блин. Что может быть шикарней? Вот скоро будет, да? Парни, мне в тебя попасть как в Нарне. Моя любимая питание. Ой, я про вот это. Вот, все. Сейчас. Вот, да, оно. Да, сейчас. К твоей левой тянется моя правая. К твоей правой тянется моя левая. И что, это круто? Это я жесткий рэпер? Это как регги получилось. Я регга. Я регга. Регги. Я регги. Я из этого. Скуби-Ду и регги. Это я. Так, это я крутой? Да. Ладно, а я тебе ставил свои рокерские приколы? Вроде ставил, да? Да, в прошлый раз. И да, что ты по ним можешь? А я не помню. Фу, блядь, охуенно, конечно. Ну ладно. Так, как мне, ну так сказать, развиться? А бывает такое, что ну, человек вот просто, блядь, не занимается и реально ну сразу хуярит люто? Я не знаю, я таких не встречала. Он, типа, всегда должен заниматься дыханием, в первую очередь. Тебе самому так легче будет петь, если ты наладишь, и вот здесь. Так вот здесь я так умею. Я профессионал. Будет, что, вакуум делать? Не, ну я умею, типа, я шарю. Я дышу животом всегда. А надо... Я разговариваю животом, а не грудью. Если это офигенно, бы... да, чтобы ты... А пробуй подышать, чтобы у тебя грудь не поднималась вообще. Вот, смотри. Подожди, что? Я что, не так делаю что-то? Ну. Вот, у тебя грудь не двигается, и ты надуваешь вот. Ну, я делаю? Да. Но я профессионал, ну, типа... Ну, меня сейчас все уважают или нет? Не, вы меня уважаете? Да, это сложно, у меня дети этому учатся год. Ну, типа, это серьезно сложно. Видали нахуй? Это стримы, это все стримы, как бы. Стримы и школа телевидения, в которую меня мама отправила, да? Шо вы, блядь, уважайте, ну, пропитайтесь сейчас уважением лютым ко мне. Все, это да. И что, это типа уже полуспеха? Да, конечно. Дыхание. Почему? Потому что дыхание это очень важно, чтобы ты пел не на горле, не на связках, не напрягал голос, чтобы ты его не драл себе здесь. Да. И ты работаешь на диафрагме вот здесь, она тебе помогает. Дай мне какую-то строчку, чтоб я сделал хит. Может быть, и прям здесь? Сейчас. Давай я попробую, мне понравилось. Теперь город призрак. Сейчас я, блядь. Но я сейчас я распоюсь. Да, там октава, это я все знаю эти слова, блядь. Так. Сейчас, я должен понять. Теперь город призрак. Хуйня? Сразу скажи. Не дотяну последний. Ты чё, блядь? А что такое не дотяну? Что такое не дотяну? В ноту верхнюю не попал. Теперь город призрак. Теперь город призрак. Вот схуяли, а я хочу в другую сторону. Ну сделай вниз. Теперь город призрак. Да. Так, сейчас надо ровно сесть сейчас. Теперь город призрак. Принимай новый вызов. Или тут не надо тянуть. Ну, а похуй. Ты для этого избран. Отсосите. Хрипоты как ебанул. Сейчас, смотрите. Все, смотрите, блядь. Это хитяра. Теперь город призрак.
принимай новый вызов. Ты для этого избран от соцсети. А, блядь, нихуя, ну что да сказать, нет, кринжануло это... люто? Да нет, это было хорошо. Только я бы просто разбавила немножко, типа то, что ты здесь везде на одной линии, да? Ага. Теперь город призрак, принимай новый вызов. А ты попробуй ли вверх или еще ниже опускаться на концы, чтобы это было разнообразнее. Сейчас нахуй. Теперь город-призрак, принимай новый вызов. Ты для этого избран от соцсети. Хуйня или что, что? А теперь ты все три раза наверх только поднимал. Ну, блядь, ну... Не, ну это другое дело, это там... Ну я крутой, ты скажи, какой я класс образования, вот ты преподаватель, какой, кто я уже? Восьмиклассник? Нет, ну я так тебе не скажу, но это по музыкальной школе определяется. Ну какой я класс, какой класс? Ну с семи, наверное, пятый. Ебать! Вы слышали нахуй? Я уже почти выпускник, блядь, этого школы музыкальной. Все мне, то есть 2 года позаниматься, я пьет лютый. Ладно, а скажи, если. Вот я шкила там, допустим. Ну, не шкила, или я пришел вот тебе. Ну, ты шкилу учишь, ну, допустим, ты учишь не шкилу, да? Я к тебе пришел заниматься вокалом, но мне он нахуй не нужен. Я хочу просто поставить речь, чтобы плавно, нормально разговаривать. Это поможет твои занятия или это вообще другая тема? Именно вот чтобы только разговаривать? Да, ну вот чтобы стримы вести, ну не у всех хватает скилла как бы, это да? Это не ко мне. А почему? Ну ты же если правильное дыхание поставишь, это ж полдела тоже уже, нет? Ну там для речи немножко другие всякие техники. Можно использовать там техники для улучшения дикции, это в вокале тоже используется. То есть там футбол, по-моему, называется, когда ты вот так гоняешь. Опа, лайки, уф, все, ага. Потом ага. Высовываешь язык максимально. Как нахуй? Не закрывая челюсть. А? Туда-обратно. Ага. Нахуя я это сделал? Чтобы что, блядь? Для дикции. Это все разрабатывает твой аппарат. Ладно. Нет, там очень много, там перечень просто всяких дикционных штук. Ну, а просто, чтобы я нормально разговаривал. Типа, ну, блядь, не задыхался, пока говорю. Вот когда долго там идет там стрим или реально, ну, комментирую, как в Скайварсе и мистер Е, как кристаллы взрывают. Это дыхание. Там ну, этого достаточно будет, типа, с тобой там позаниматься или такое? Мне кажется, нет, что нужно еще походить как раз таки. Ну, есть специальные люди, которые занимаются постановкой речи, вот как в школе радио. То есть там. Ее, блядь, в школе радио, конечно, нахуй там, блядь, я в школе телевидения. Вот там ораторское искусство это называется. Да, вот там, это вот я. Ораторское искусство. А у меня есть рядом. Ораторское мастерство, я, ну. Ну вообще, да, ты очень свободно ведешь, да, конечно. Ну, блядь, видали? Потому что я ораторским искусством не занималась. Вы видали, подписчики, на кого вы подписаны, да? Для булки горят. Ну, блядь, вообще да. Хуй знает. Может, я думаю, достаточно. А мы вообще. Мы засекали, блин. Господа, скажите... Посмотри, по... Нет, ты когда первую фотку отправил, вообще просто, он мне снился. Нихуя. Она об этом не знает. Давай, я сейчас заставлю чувачка скинуть какую-то демку. Он самый главный певец на нашем сервере. Давай. Вот, а ты скажешь. Ты можешь что-нибудь скинуть? У меня последняя часть... Глупи, кажется, миг себя. Сколько лет? Ничего не понимаю. Вылетела на меня стрела. И вот теперь в тени я, повернувшись назад, оказался вдали от вас. Будут хлопнула земля, и все тут далеко перемешалось. Теперь понятно стало, вселенная обрушилась на нас. Что же делать теперь, не знаю я. И как верну, что было утрачено. И как забыть теперь третью стрелу, открывшую мне третий глаз. Я недалеко от вас, вдох, выдох, вдох. Когда я очнулся, но будто что-то я забыл, что точно было нужно. Но позже преданы мои друзья, но выглядят они придурковато. Часы знакомые на нем.
очень напоминает тембр голоса. Я, мне пиздец как нравится, хочу еще послушать. Продолжаем? Да. Тут точно обрушилась на нас. Как узнать, ты теперь не знаю я. А может быть, я что-то утратил тогда. Я не сошел с ума. А я не вижу счастливую звезду, что укажет мне путь. Я обязательно пойму. Силуэт там, силуэт здесь. Может быть, херня все еще здесь или уснула посреди дня. Мне нужна помощь прямо сейчас. Силуэт там, силуэт здесь. Может быть, эта херня все еще здесь или уснула посреди дня. Мне нужна помощь прямо сейчас. Вселенная обрушилась на нас. Кажется, я знаю, что ищу сейчас. Вдруг теперь ты не помнишь меня. Спас меня тогда. Отдай сейчас свои часы, отдай сейчас свои часы. Не понимаешь, что происходит. Я потерял своих родных, не знаю, где же снова и кого же в голосе. Заплакал. Так, ну, комментарии. Охеренно, мне очень понравилось. Напомнила Noize MC, а по тембру голоса на кого-то похож, не могу вспомнить, может потом вспомнить. На Дения. Я хочу услышать это в качественной записи, я хочу это слушать. Типа прям вот это загоняться, под вот это порыдать, или наоборот, типа какой-то вейбовый видос под него сделать, это... Нихуя. Это какие-нибудь рилсы, типа, вполне там воспоминания, вот это вот все. Или там на разбитые сердца. Короче, вообще масса тем на вот эту песню. Это очень, это надо записать. Это надо. Он сказал то, что он сказал то, что сделаю релиз, предупрежу. У него, может, там что-то там сводят. А это он на голосовуху записал. Он гений. Интересный факт, он, мы когда Славе Мерлоу делали... Он с Ростова? Нет. Вот, делали обход Славе Мерлоу, показывали экскурсию, ну и показали, что он там спел песенку какую-то. И сначала Кринжова предложил Славе Мерлоу фит, я думаю, ты кто нахуй такой в Майнкрафте, блядь? И Слава Мерлоу такой, а давай. Вот. Сказал, мне понравилось, как ты спел, давай, блядь. И все. Вот так. Комментарии по поводу жвачки.